Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу вам о моей новой игрушке, этом квадрокоптере. Игрушка эта очень интересная для маленьких и взрослых детей, особенно если ранее подобного девайса у вас не было. Квадрокоптер может летать на расстояние до 150 метров. Полного заряда хватает на около 20 минут полета. Для подзарядки необходимо 2 часа. Это видео и фото сделано с помощью камеры дрона через приложение на смартфоне. Немного неумелый пилот летает первый раз. Этот квадрокоптер имеет 2 камеры, которые регулируются вручную и управляются с пульта идущего в комплекте или со смартфона через приложение. Обладает такими функциями: автоматический взлет, 3 уровня скорости, режим удержания высоты, передача фото и видео в реальном времени на смартфон, режим полета по маршруту, нарисованный на экране смартфона, режим слежения, дрон автоматически следует за вами, держит в кадре, снимает вас, безголовый режим, который позволяет не следить за ориентацией дрона в воздухе. Возврат к пульту. Квадрокоптер приехал в нейлоновом кейсе, в комплекте с пультом, запасными частями, отверткой, зарядным кабелем, инструкции на китайско-английском языке с картинками. Для начала работы необходимо проверить заряд аккумулятора, вставить батарейки в пульт, разложить сначала передние, потом задние лучи, установить квадрокоптер на твердой ровной поверхности, нажать кнопку на корпусе в течение нескольких секунд, при этом начнут мигать светодиодные индикаторы. Включить пульт, сдвинуть левый джойстик сначала вверх, потом вниз, при этом должен прозвучать длинный сигнал и перестать мигать индикаторы. После этого нужно приступать к полету. Мне понравилась эта игрушка. Жаль, что одновременно снимать полет и управлять ею практически невозможно.